Хабаровском крае завершается газификация села Бельго. Эта работа ведется в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Путина. Перевести на голубое топливо 93 дома, построенных для пострадавших от крупномасштабного наводнения, глава государства распорядился в ходе прямой линии с населением. О начале пуска накладочных работ было заявлено на заседании рабочей группы по газификации населенных пунктов региона, которое прошло в правительстве края. Отмечалось, что в селе проводится информационно-разъяснительная работа с жильцами. Специалисты обходят каждый дом и подробно рассказывают, как пользоваться оборудованием, проверяют его исправность. После с жильцами заключается договор на обслуживание и производится подключение к газу. На сегодняшний день на голубое топливо переведены 22 дома. Остальные дома и социальные объекты планируется подключить до 15 марта. Напомним, что село Бельго было отстроено заново после крупномасштабного наводнения в 2013 году. Работы по газификации начались в 2014. Голубое топливо подается от магистрального газопровода АХА «Комсомольск-на-Амуре», собственник общества с ограниченной ответственностью нефтяная компания «Роснефть», которая проходит недалеко от населенного пункта. От этой трубы проложен газопровод-отвод, смонтирована автоматическая газораспределительная станция. Переход на голубое топливо поможет жителям существенно сэкономить на отоплении и полностью отказаться от использования дров. Заказчиком работ по газификации населенного пункта выступила администрация Комсомольского района. Стоимость контракта оценивается в 161 миллион рублей. Строительство профинансировано за счет средств компании «Роснефть», краевого и местного бюджетов.